Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова. Я сейчас покажу вам второй заказ, который я получила по каталогу Oriflame номер 8. И я не просто покажу продукцию, потому что вы ее уже все видели. В первом заказе было что-то практически то же самое. Я хочу дать вам разные рекомендации, как собирать заказ и расширить свою клиентскую базу. Итак, поехали. Второй заказ у меня получился на 101 балл. Здесь даже есть накладная. Да, на 101 балл это по сумме 4343 рубля. И в этом заказе у меня практически повторяется заказ из того, что было в первый раз заказано. Ну, здесь вот каталоги, всякая литературка дошла еще. Итак, что я делаю, когда я получаю первый заказ? Я заказываю какую-то продукцию для себя, какую-то для клиентов. И иду сразу с пакетиками, то есть все раскладываю в пакетики. И иду с пакетиками, сначала захожу к тем клиентам, которые заказали меньше всего или совсем не делали заказ, просто захожу поздороваться и оставить новый каталог. И говорю, о, я как раз разношу заказы. И они видят, что у меня полные руки пакетов. И у них такое любопытство обычно возникает. Они спрашивают, а что там? И я показываю, говорю, ну вот мне заказали дезодорант для ног с женьшень и манго. Такой классный дезодорант. Я говорю, его уже себе взяла, сама попробовала. Чудесный аромат, ноги охлаждает. Получается просто такая, ну, прелесть, можно и в обувь его набрызгать. То есть, когда снимаешь обувь, ноги приятно пахнут. И люди такие, о, классно, а сколько стоит? Я говорю, да всего 149 рублей, соточка и маленько. И мне заказали 3 дезодоранта. То есть, вы видите, вот в заказе у меня 3 дезодоранта. То есть, заказали те, кто первый раз его не заметил в каталоге. То есть, сработало что? Мой личный опыт и то, что в заказах у других людей лежали дезодоранты. То есть несколько штук у меня уже заказывали первый заказ. Потом я рассказываю про наши чудесные зубные пасты. Травяной комплекс – это моя любимая зубная паста. Когда у меня дочка первый раз ее попробовала, она сказала, что создается такое впечатление, как будто бы во рту сделали генеральную уборку. Представляете, как это здорово? Генеральная уборка, то есть настолько ощущение чистоты, свежести, гладкости, зубки такие просто сияют, сверкают. И в результате в заказе еще 3 пасты. То есть все по 3. Так, поехали дальше. Одна клиентка мне заказала аромат Love Potion Secrets. Кстати, она его ждала 2 каталога, чтобы он был со скидкой. Естественно, я распечатывать сейчас не буду. Заказала, и я ей отнесла аромат во время разгара рабочего такого движения, когда весь коллектив в сборе. И такая фишечка вам сейчас скажу. Я когда приношу заказы, я делаю таким образом. Я вручаю заказ торжественно, хвалю, благодарю за покупку и говорю, ну, давайте смотреть, все проверяйте, открывайте, смотрите. И я все это время нахожусь рядом с клиентом и даю какие-то рекомендации, рассказываю еще несколько слов о товаре, который они приобрели, повышая ценность покупки и желание быстрее попробовать и пользоваться. И когда у меня клиентка распаковала аромат, сразу его на себя набрызгала, тут же слетели все как сороки, нюхают, трогают, потому что этот аромат очень красивый. Если вы посмотрите в каталоге, он такой в виде капли, такой необыкновенная большая коробка, за счет того, что вот этот, то, что закрывает флакон, это такая высокая, длинная, как продолжение капли. Я уже собиралась уходить, и одна девушка меня окликнула. «Девушка, девушка, подождите!» Я говорю, «Что такое?» Она, «Закажите мне такой аромат, можно?» Я говорю, «Да, можно, он как раз сейчас идет со скидкой». Она говорит, «А когда принесете?» Я говорю, «Ну, на этой неделе, во второй половине, там, четверг, пятница». Она говорит, «Супер, закажите!» То есть получилось, что девушка не планировала в покупку. Если бы я ей просто оставила каталог, скорее всего, она бы не заметила этот аромат, потому что ароматы нужно дегустировать. Девочки, ароматы у нас – это дорогой продукт в каталоге, который дает много баллов, который дает хорошую прибыль.
Поэтому я благодарна себе за смекалку, благодарна клиентке, то, что она сразу распаковала, не стала терпеть до дома и так далее, и нанесла этот аромат. Благодаря этому у меня получился вот такой заказ. То есть люди любят покупать то, что они могут потрогать, понюхать, увидеть. То есть, да, включаются все вот эти вот рецепторы восприятия какого-то продукта, и щелкает внутри «хочу». То, что случилось здесь. Таким образом, вот у меня появился заказ на аромат. Далее. Ну, дезодоранты – это наша фишка. У меня практически в каждом заказе они есть. И это нужный продукт, ходовой продукт. Я об этом даже могу судить из того, что в каталоге практически нет дезодорантов, сейчас заказать нечего. То есть были только с голубой крышечкой. И люди говорят, неси любые, какие есть. Вот два дезодоранта тоже отнесу клиентам. Тут весь заказ практически под заказ. Далее у нас вышли новые продукты и, в частности, вот маски. К сожалению, маски с чайным деревом и лаймом уже нет на складе. Ее разобрали на первой неделе каталога. И я не удивляюсь, потому что это чудесная маска. И я уже попробовала маску кокос, и, то есть кокосовая вода и алоэ. Шикарная маска, просто супер. Она мне даже больше подошла, чем с чайным деревом. И я про нее, естественно, вот рассказываю, рекламирую. Классная маска, она хорошо подходит для нормальной кожи и комбинированной. Маска скраб, то есть две функции. Можно носить как масочку, можно скрабировать лицо. Просто чудо. И маска с органическим овсом и ягодами годжи. Это питательная маска. Кстати, тоже скоро на нашем канале выйдет видео с этой маской. Я практически вот все новинки всегда тестирую. И первые свои впечатления сразу показываю на камеру. То есть, ну, как оно работает, как оно по ощущениям, что я чувствую, какой эффект после того, как я маску смываю. То есть я это все записываю, маска питательная, очень хорошо напитывает кожу, она после применения этой маски становится такая сияющая, такая мягкая, увлажненная. И она, конечно же, очень хорошо подойдет особенно девушкам, обладательницам сухой кожи лица. Аромат у нее просто бомба. И у этой маски тоже классный аромат, и у этой. Откуда заказы? Просто рассказываю впечатления, определяю тип кожи, говорю, вам лучше подойдет такая маска, а вам такая. Ну, вот как по ходу пьесы, да, мы действуем. Лаки. Ну, лаки это просто клиенты сами выбрали. Кстати, вот этот лак одна клиентка, этот вторая клиентка выбрала. А этот лак я заказала для себя, потому что он чудесный. Я его уже заказывала. И это тот самый лак, который можно использовать поверх любого лака, как самодостаточный лак. Хотя здесь такой перламутр, он достаточно прозрачный. Он необыкновенно выглядит на ногтях. И когда хочется сделать просто такой маникюр незаметный, вот как сейчас, кстати, у меня тоже лак-новинка на ногтях, такой незаметный, легкий маникюрчик, то идеально подойдут вот такие нюдовые оттенки, и я его поэтому заказала, сильно хотела. А это сами просто девочки заказывают, выбирают, потому что по цветам, в общем-то, ну, каждый легко может по каталогу определить, какой ему цвет больше подойдет. Следом тушь. Это заказала повторный заказ, уже сделала клиентка. Третий раз берет именно вот эту тушь XXL 5 в 1. И я ее спросила, почему именно эта тушь. Она говорит, ну, во-первых, она практически такая же, как 5 в 1, обычная. Чуть-чуть другая щетка. Но она полностью смывается водой. То есть не нужно специальное средство, чтобы эту тушь смыть. То есть, опять же, собирайте всегда история. Если вам клиентка, например, что-то рассказала, поделилась впечатлением, запишите себе в голове и рассказывайте людям истории, помогайте подбирать продукцию. То есть не просто, ну вот вам говорят, закажи мне вот эту тушь. Спросите у человека, а какой вы хотите эффект от туши? Какие вы больше любите щеточки?
мягкие или да, силиконовые, такие резиновые. Вы любите длинные, чтобы ворс был, или короткие. То есть задавайте вопросы, общайтесь с людьми и спрашивайте, а как вы любите снимать косметику? Какими средствами вы ее снимаете? То есть, может быть, человек выберет вместо такой туши термостойку, которая снимается с ресничек как одежка. А может быть, ему нужна тушь с пушистой кисточкой. А человек просто не заметил, что здесь резиновая, да, такая силиконовая кисточка. Вот. И остальное в заказе – это все туши, одни и те же. Сейчас эта тушь на последней страничке каталога. И она идет с огромной скидкой, всего 179 рублей. Тушь гипнотик с эффектом накладных ресниц. Вот таких вот, их много-много-много, 10 штук. И все это под заказ. И одну тушь я открыла себе, тоже записала видео, показать, какая разница между тушью 5 в 1, нашей привычной, классической, и тушь-гипнотик с эффектом накладных ресниц. Вам тоже покажу кисточку. Если смотреть так, то ничего не понятно. На нее нужно смотреть вот так. Видите, с одной стороны, с двух сторон сплюснутая, нет ворсинок, а с другой стороны по 5 рядов волосиков, да, таких щетинок, которые классно прокрашивают ресницы, закручивают их, дают объем. И сейчас у меня на правом глазе как раз эта тушь, а с этой стороны тушь 5 в 1, потому что только недавно снимали прям видео, и свежие впечатления, и как раз макияж сделан разными тушами. Вот все, коробочка пустая. Вот такой заказ, вроде бы небольшой, но здесь 100 баллов. 101 балл ровно. Просто, легко. И как я с этой тушью тоже работала, расскажу. Просто рассказываю, какой эффект. И заказали все клиенты, которые брали тушь 5 в 1. И они спрашивают, а как она отличается от туши 5 в 1? Что в ней другое? Я говорю, просто будет более густые ресницы, больше длина, больше объем. То есть, ну, это очевидно, что на этом глазе, если поближе, что здесь ресницы более густые, чем с этой стороны. Они здесь более естественные, такие легкие, пушистые. Вот. Просто рассказывайте. Просто делитесь собственным опытом или историями, которые вам рассказывают другие консультанты или ваши клиенты. Это очень помогает в том, чтобы заказы увеличивались, соответственно, будет увеличиваться ваш доход. И я думаю, что это будет приятный момент. Немножечко рассказала вам сегодня свои фишки. Конечно, у меня их очень много, багаж огромный накопился за все годы, которые я сотрудничаю с компанией Oriflame. Но самая главная моя фишка, если вы заметили, я очень люблю продукцию Oriflame. И я ей не изменяю. Я считаю, что если этот продукт дает такой классный результат для меня, то он даст такой же классный результат и у других людей. Главное правильно подобрать продукцию, чтобы она подошла. Вот все. До новых встреч. С вами была Лилия Донскова. С вас лайк. Подписывайтесь на канал. Вопросы в комментариях. Если нужен дисконт, заполняйте анкету. И желаю вам чудесного настроения. До новых встреч. Пока-пока. GoPro. Стоп видео.